Итак, перейдем ко второй части нашей темы. Значит, в первой части мы пополнили кошелек, наш deposit wallet. Если честно, я ждал, что это где-то за 10-20 минут произойдет. Но так получилось, что не знаю почему, может час такой. Длилось это почти час. Ну, через час деньги тут появились. Покажу и здесь. Тут уже статус оплаченный, можно отсюда вернуться на сайт. Я просто открыл сразу свой бэк-офис. Деньги есть, значит, можно оплатить. Чтобы оплатить, уже сделать апгрейд, нам нужно зайти сюда, upgrade membership. Заходим сюда. Вот, стартер за 30 дней. Это $10 стоит, но завтра уже, в принципе, по-моему, уже должно открыться проект. Берем, у нас тут есть, вот в депозите, в валюте депозита есть $10 с небольшим, просто нажимаем на Pay. Наша транзакция произошла, теперь у нас membership starter на 30 дней, то есть у нас есть 30 дней, 0 часов, 0 минут. И теперь уже просто нужно выполнять задание, которое я уже показывал. На этом все. Спасибо. До свидания.